Сегодня вновь произошла коммунальная авария, на этот раз порыв в Яровом. Тепло отключили в 13 многоэтажных домах, школе, детском саду и санатории. Как сообщает в Министерстве ЖКХ края, пока в помещениях никто не мерзнет. Устранить аварию обещают до конца дня. По информации ведомства, тепловая сеть в Яровом – одна из самых старых в крае. Износ и стал причиной порыва. Любопытно, что случился он, когда температура в городе составляет всего минус 6 градусов. Жители с беспокойством ждут сильных морозов.